Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка, как обычно, трешечок, новый скин. Ну и попробуем сегодня сделать эволюцию, посмотрим, что у нас идет на это по ресурсам. Качать постройки по максимуму, сколько у нас получится. Вроде у нас есть немножко молоточков, и сделать первую эво. Такс. Камешки. Вот так вот. Окей, поехали. Вот такие вот плюшечки. Две ремочки. Скин на Бигфутика. Плюс дофига кгшек, ребята. Это просто жесть, сколько здесь ресурсов дают. Вот посмотрите, 400 тысяч кгшек. Просто песня для того, чтобы делать эволюции. Прокачивать, ну там прокачивать не надо, у вас и так есть здесь плюхи на прокачку. Окей, поехали. Бигфутика качаем. Отлично. Бигфутик у нас на максималке. Давайте вот мне ради интереса интересно посмотреть, сколько у нас в судьбе героев очей будет. 18. В принципе, 11 скиллы даже можно качать будет. Так, окей, отлично. С этим мы разобрались. Поехали. Что там у нас по акциям? Один штампик откроем. Что нам его терять? Так, что тут у нас на бесплаточке? Понятно все. Окей. По плюхам, в принципе, ничего такого нету интересного. У нас герои практически все уже есть. Нам не хватает Вальки, Космо, Ары. Ну, в общем, сами видите, что как бы герои практически все есть уже на аккаунте. Ну, идем к Минотавру. Минотавр у нас будет, думаю, очень скоро. Неделька, две. Так, окей. Можете на Паске успеем, разыграем аккаунт. Такс. Что у нас здесь есть? Ой, отлично, есть карта. Надо тратить, потому что перелимит. Надо забирать отсюда плюхи по чуть-чуть. Такс. Поехали дальше. Делаем. Ну, сегодня попробуем сделать. Вот видите, мне не хватает огней. Сейчас мы заберем последний огонь недостающий. Я немножко побегал уже по подземках, немножко жестоких попроходил, скоро, думаю, закончим и перейдем к кошмаркам. Там будет самый интерес. Вот я помню эти, смотрите, ничего себе. Так вот. А раньше, блин, как сложно было пройти, а тут драконы просто тащат. Попробуем сегодня Огника перевести на эво. Посмотрим, что у нас по ресурсам на это уйдет. Сейчас только докачаем хранилище. Так, отлично. Итого. Смотрим. ...1171 самоцвет для того, чтобы сделать эволюцию. Но мы, конечно же, этого так делать не будем. Давайте тут раз, два закончили. Вот так вот. Добьем. Вот видите, плюс 100 получается.
Так, добили 2,5 уже. И сразу же на 18 уровне поменялось. Видоизменился облик самого здания. С по максимуму, сколько у нас хватит там ускорялок. Сделаем апгрейдик. Хорошо, когда у тебя есть куча всего. Не надо бегать по рейдам. Делается все очень быстро. Так, отлично. Следующие две. Нифига себе, 2700. Так, строим еще одно хранилище. Надо будет потом добрать. Ну, нету смысла его такими печать. Ой, говорю, нету смысла, блин, и трачу все равно. Так, 2400 добиваем вот эти. Раз, два. Это. Раз, два. Такс. Скоро нам надо будет еще качать просветы героям, это будет еще веселей. Так, надо 2700 на это. Сейчас мы его тоже починим. Такс. 9 дней. Вот так вот. В принципе, самое основное было у нас это получить таблетку шестую. Мы ее получили. Теперь сейчас по максимуму. Тоже 9 дней. Ну, то есть, по сути, сейчас еще на один заход и все. На больше у нас не хватит. Вот так вот, 3 миллиона получилось у нас максимум. Отлично. Так, ну смотрим, там было сколько, 1171. Сейчас мы проверим, что у нас. Ну, видите, сэкономили 200 каких-то самоцветов, там даже меньше, наверное. Так как у нас огника нет, делаем за кагашки. Кагашек нас хватает. Сейчас мы героя дальше подкачаем. Вот появилась у нас снаряга. Возможность. Надо 2 миллиона 400 маны. Видите, не все так просто, как кажется. Но все надо ресурсы. Появилось у нас сияние. Так, сейчас мы его немножко так проапгрейдим опять до 180-го. восемь жирновато будет. Так вот. Видите, когда есть ресурсы, быстро качаются герои. А на вторую эволюцию там нам намного больше надо будет. Так. Отлично. Строим здание. И поехали. Поехали делать. Так, у нас максималка. Вот. Из-за того, что у нас есть эволюция, мы уже можем делать, соответственно, героя аугментацию.
этого, как видите, надо эфир так званый, и надо качать героя до 20-го. Когда вы сделали, у вас опять вам нужны вот такие вот камешки и либо две карты героя. Так как у нас Огник — это донатный герой, и он не у всех есть, то лучше купить за кулаки. Так, окей, тут у нас поинтереснее сейчас будет. У нас есть пятая. Ну, тут сейчас бессмысленно, вообще бессмысленно, если у вас нету где-то около десятка героев, вот это вот чары ролить бессмысленно. Есть смысл там еще поролить ему созвездие, то есть крит сопротивление. Точность, в принципе, тоже можно оставить. Но опять же, с каждым выбором все у вас дороже будет. За ординатом смысла нету заморачиваться, потому что вы толком ничего толкового не выбьете. Даже сейчас, вот видите, я за самики ролю. Очень затратное дело. Пусть будет пока такая сборка. Так, что у нас... 48-й. Вот видите, еще нам подгоны дают. Ну, так как у нас есть ресурсы сундуков, у нас проблем, скажем так, в прокачке нет. Давайте сейчас по бырику попробуем по максимуму сделать, сколько у нас получится. Правда, мы замотаемся под конец. Ну, интересно поставить ему эмблемку и попробовать пройти волну хотя бы. Возможно, нам это поможет, посмотрим. Так как герой на эволюции уже имеет получше статы, и сейчас, возможно, еще что-то придумаем, посмотрим. Такс. Плохо, что хранилища маленькие. Видите, надо качать хранилище, потому что без хранилища реально печаль. Ману и золото хотя бы до 5 миллионов надо качать. Так, ладно. Силушка растет. Эмблем у нас 8 хватает. Надо только 96-й, по-моему, если я не ошибаюсь, просвет вкачать. Это, как видите, заморочка. Помню, как я раньше добывал, это просто жесть была. Синие кристаллы, фармишь кабашку по 40 минут в день. Ну, я и левел 30 качал. Было заморочек, сейчас это все более доступно. Вот так вот. Теперь мы можем поставить сюда эмблемку. Так, что у нас по эмблемам вообще есть? Вы видите, есть психощит, разброс,
Вот так как у нас ожива есть, есть утекание, есть пакт. Вот мы поставим пакт. Вот такая у нас сборка будет. Поехали. Попробуем, сейчас посмотрим. Затащить волну АБ. У нас один герой уже есть с эволюцией. А вдруг повезет? Ну, по идее, Огнекрыл с восьмым пактом сейчас должен просто разносить все, всех и вся. Единственное, что у нас здание разрушить могут свободно. Но сносить он будет очень круто. То есть это уже не тот Огнекрыл, который был у нас 10 минут назад. Посмотрите, какой там у него уже урон. Просто налегке. Вот сейчас интересно на драконах. На драконы зашли у нас не очень удачно. Ну вот все. Вот вам просто меняешь немножко. Совсем чуть-чуть. И волна без проблем. Что значит донатный герой? Давайте посмотрим на АЦ. Точно так же, возможно, сделаю всех драконов. По максимуму прокачаем их. Именно драконов. Будем ими бегать, расшивать. Тут здание, конечно, качать и качать. Ну и таблетки надо качать. Они самые основные в таких локациях. Так, осталось у нас два дракона и... В принципе, вот смотрите, что он делает. Просто убийца. Ну давайте. Супер. Ну что, волна АЦ. Драконы тащат, ребят. Без проблем. АБ, АЦ. Ну, АД, не знаю. Давайте попробуем. Интересно. Остались они вдвоем с Лазулей. АД4. Вот посмотрите, какой там урон бешеный. Ну просто пофиг, все. Супер. Блин, еще и АД сейчас затащат. Ну видите, тут... Тут уже, к сожалению, без вариантов. Ну, очень-очень даже неплохо. Давайте еще попробуем. Вот вам и драконы с разными скинами. С разными скиллами. И они реально очень круто смотрятся все вместе. Потому что у каждого свой скилл, и он реально тащит. Видите, тут таблетки надо качать. Ну, а D3. Дальше я уже не знаю, там затащит героя, которые бьют. Сейчас, наверное, опять по времени просто... Ну, не по времени, а ударят по таблетке, она сольется. Надо вкачивать. Нифига себе, ребят! Жесть! Офигеть, а D5! Изи просто. С таблеткой. У меня таблетки, конечно, супер. Второго уровня. Пятого, третьего. Ну вот так вот. Затащили. Так, ну я еще хочу посмотреть. У меня делается. О, отлично. Еще подкачали силушку немножко. Вот тут качнули.
Вот вам, ребятушки, драконы. Обычные дракончики. Ну, как сказать, обычные. Наверное, лазули давайте сделаем апгрейд. Драконы, которые реально решают. Потом у нас такой мега интересный есть еще на прокачку. Такую, конечно, надо будет немножко подкачать. Давайте сделаем 120к уже. Посмотримся вообще как. Непонятно кто. Вот так вот на десяточке, по чуть-чуть. И силушка растет, и герои растут. Надеюсь, я уже дособираю скоро нужных имба героев и отдам им уже аккаунт победителю, который будет там, я не знаю, надеюсь, будет на нем играть, потому что аккаунт действительно очень, ну как очень, как и любой аккаунт донатный на английском сервере, топовый. Вот так вот. 120к сделано. Есть новый титул у нас. Мы теперь император. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.